Шеф-повар Максим Григорьев. Паштет из белой фасоли и копченой скумбрии. Предлагаю приготовить сытный и вкусный паштет из белой фасоли и копченой скумбрии. Паштет имеет очень оригинальный вкус, в котором отчетливо слышны ноты как самой копченой скумбрии, так и обжаренного арахиса и семечек подсолнуха. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Арахис 50 грамм. Перец черный молотый 1 щепотка. Семечки подсолнуха чищенные 4 столовые ложки. Скумбрия копченая 200 грамм. Соль 1 грамма. Сыр плавленый 100 грамм. Фасоль белая сухая 120 г. Шаг 1. Для приготовления паштета нам понадобится белая фасоль, семечки подсолнуха, арахис, плавленый сыр типа янтарь, соль, перец, копченая скумбрия. Шаг 2. Скумбрию очистить от кожи и косточек. Шаг 3. В чаше кухонного комбайна, насадка, металлический нож, соединить отваренную до готовности фасоль, скумбрию и плавленый сыр. Шаг 4. Измельчить до образования однородной массы. Шаг 5. На сухой сковороде обжарить арахис и семечки подсолнуха до слегка золотистого цвета. Шаг 6. Измельчить арахис и семечки в кухонном комбайне, насадка, металлический нож, до очень мелкой крошки. Шаг 7. В паштетную массу добавить арахисовую массу, соль, перец. Шаг 8. Измельчить до полного соединения продуктов. Шаг 9. Паштет готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.